И снова твой дерзкий брат пытается бежать. Он что, не любит тебя? Не желает делиться своей силой? Он не хочет отдать тебе жизнь по-хорошему? Тогда я заберу ее. Кира, я... Столь хрупкий сосуд для такой мощной энергии. Пока тебе удается держать меня в этой хрупкой тюрьме, но вскоре бренное тело погибнет, и от тебя и твоей империи останется лишь прах и пепел. Твое пламя вот-вот погаснет. Осторожно, так недолго и шею сломать. Пожалуйте в ваши апартаменты. Только попробуй снова сбежать. Окажешься в таком месте, что темница покажется дворцом. Порядки изменились, лучше не забывай об этом. Тихо, человек. Мы хотим помочь. Идем? Идем. Если хотим проскочить, надо торопиться. А вот и он, милый человек. Нужно идти быстрее. Орки, живым я вам не дамся. Какой вежливый парень! Сестра, я не могу ее бросить. Ты едва держишься на ногах. Если сейчас не пойдешь с нами, не сможешь спасти сестру. Кира. Иди с Дарфа. Она выведет тебя из замка. Не жди нас! Мой меч жаждет крови! Чего ты ждешь?
Эти врата открывают путь на второй этаж, но там слишком много стражи. Мы должны пробраться еще выше. Что там за громадный орк внизу? Проклятие, кто он? Рагдор. Последний генерал армии Горгамара. Их же разбили под Осворотом. В живых не осталось ни единого орка. Расскажи это Рагдору. Как ему удалось спастись? Рагдор был в стенах замка, хотел устроить диверсию главных врат. Его взяли в плен и пытали несколько дней, а наших воинов вырезали. Но почему его не убили? Ему повезло. Появилась она и освободила его. Кто она? Последний правитель Горгамара. Пророк. Пророк? Женщина? Да. И скоро ты встретишься с ней. Третий этаж должен быть свободен. Постой, как ты об этом узнала? Мне многое известно. Иди за мной и не шуми. Где-то в этой стене скрыта потайная дверь. Потайная дверь. В замке. Кто бы мог подумать? Нет времени на шутки. Мы должны поскорее найти рычаг и открыть ее. Я провел немало времени в этом замке. Рычаг должен быть где-то в комнате. Найди его. Я покараулю дверь. Это еще что? И оп! Вижу, ты нашел рычаг. Нам нужно пробраться через тронный зал. Не уходи далеко и затаись. Если нам повезет... Я за тобой. Хватит ворон считать! Слушаюсь, господин. Милорд, что-то случилось. Все стражи, они убиты. Мы нашли их трупы в подземелье. А он...
Он исчез. Что? Никчемный болван. Найди его, или тебе не жить. Да, господин, как прикажете. Эти полудурки в дождь лужу не найдут. Сардагон, проследи за поисками. Он не выйдет из замка, не сомневайтесь. У меня есть срочные дела. Не забудь, Сардагон, он нужен мне живым. Как прикажете. Кто это был? Сардагон, правая рука Гандахара. Обойдемся без знакомства. Куда мы идем? В тронный зал. Используем личный портал Императора, чтобы выбраться отсюда. Это бессмысленно. Только Император может им воспользоваться. Вовсе нет. Просто кто-то должен открыть его с другой стороны. У тебя есть на примете маг? Позже обсудим. Время на исходе. Полезная штука. Что ты там Скоро ваш мерзкий народец исчезнет навсегда. Кандахар завершит начатое, и вы встретитесь с убитыми братьями и сестрами. Ты в этом уверен? Ничего. Скоро все закончится. А вы пока разберитесь с остальными. Непременно разберемся. Вот так, человек! Расплачивается за свою гордыню. У нас мало времени. Гортариус ждет.
только Хару услышит живым! Идти можешь? Да. Надо бежать, иначе тебя схватят. Но портал закрылся. Есть еще один в подземелье. Если поспешим, можем успеть. Джентльмен и монстры. Оп! Ловушки. Что делать будем? Справа от тебя находится дверь в коридор, который пересекается с тем, что нам нужен. Проклятие! Она заперта! Открой ее! Каким образом? Вот, бери отмычки и разберись с дверью. Встречаемся на той стороне. Я пытаюсь. Как использовать отмычку? Посмотри внутрь замочной скважины. У каждого круга есть маленький зазор. Просунь отмычку вперед таким образом, чтобы она совпадала с зазором, и нажми. Только осторожно. Если не вовремя нажать на отмычку, она может сломаться. Довольно просто. И еще. Чем быстрее твои движения, тем тверже должна быть рука. Я сломала много отмычек, прежде чем научилась этому. Встречаемся на той стороне. Открывай же этот треклятый замок! У меня вопрос. Встречаемся на той стороне. Как бы змеи не было. Я рада, что ты с этим справился. Не могу сказать, что я получил удовольствие от процесса. Что ж, это наш запасной план. Дверь ведет в старую алхимическую библиотеку с порталом. Хорошо, пойдем. Ух ты! Мы почти на месте. Что теперь? Нужно найти способ активировать старый портал. Я могу помочь? Возьми эту старую булаву и охраняй дверь. Договорились?
Все выходы блокированы. Им не выбраться. Далеко им тоже не уйти. Разделитесь и поймайте их. Так точно. Слушаюсь. Надо же, кто тут у нас? Бежать-то некуда. Попались! Никто не собирался бежать. Только не сейчас. Готово. Впечатляет. Он мертв? Без сознания. Он просто солдат, исполняет приказы. Ясно. Портал открыт. Идем. Не то место. Ну, по крайней мере, тот остров. Издержки орочьей магии. Надо добраться до лагеря. Нам туда. Где мы оказались? Дома. Это Альсорна. Остров на северо-востоке Элькроноса. Мило. Идем. Нужны инструменты. Иди по тропе до следующего портала. Рагдор знает, что нужно делать. Я. Иди! И берегись громов. Они водятся в здешних краях. Не растревожь их, иначе мне крышка. И как мне себя вести? Постарайся незаметно проскользнуть мимо них. Если придется кого-то из них убить, подходи со спины. И убивай кинжалом. Бесшумно и быстро. Вот, держи. Ладно, я пошел.